Депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, находящийся в Ленинском городском округе с рабочей поездкой, вместе с главой округа Алексеем Спасским посетил стадион «Металлург». Здесь теперь расположена тренировочная база новой профессиональной футбольной команды «Металлург Видное». Сопровождал гостей и рассказывал о планах на будущее президент клуба Алексей Филатов. Планы выстроить вертикаль, так, скажем, академии, да, которая подразумевает собой рост футболистов там, с детских садов, со школ, и подтягивать потихонечку в профессиональную команду. Создать на базе клуба полноценную футбольную академию пока еще далекие планы. Ближайшая цель – выступить в первенстве России среди команд профессиональной футбольной лиги. Со словами поддержки к спортсменам обратился в прошлом профессиональный хоккеист Вячеслав Фетисов. Радостное событие. Видно, что бизнес решил привести сюда команду, которую мы все надеемся будет радовать видновчан своей игрой. Но самое главное, будет таким магнитом и примером для мальчишек и девчонок, которые придут в футбольную секцию и будут заниматься этим замечательным видом спорта. В настоящее время в команде тренируется 20 профессиональных игроков, приехавших со всей России. Средний возраст 22-23 года. Мало кто знает, но глава городского округа Алексей Спасский сам увлечен футболом. Играет, правда, в любительских лигах. Тем не менее, с профессиональными спортсменами он говорит на одном языке. А до этого где-то? Да, я вот за студенческие сборные ездил. ЦСКА у меня школа полностью с первого набора до конца. В Велесе играл. Стадион, который Янтарь или который... Да. Футбольный клуб был создан 11 марта 2020 года после большой предварительной работы. Сразу приступить к тренировкам помешала пандемия коронавируса. Сейчас, несмотря на то, что костяк команды фактически сформирован, продолжается работа по набору спортсменов. 3 месяца все сидели дома. Вот. Те ребят, на кого могли рассчитывать еще весной, сейчас, к сожалению, не все в тех кондициях, которые позволяют играть в профессиональный футбол. Поэтому смотрим. У нас еще месяц где-то до старта чемпионата. К этому моменту точно наберем профессиональную команду. Руководители клуба трезво оценивают свои возможности. Задача на нынешний сезон – закрепиться в середине турнирной таблицы второго дивизиона. Но чтобы добиться этого результата, необходимы полноценные тренировки. И здесь на помощь спортсменам пришла администрация городского округа. Мы сразу поддержали эту идею, когда, собственно, инвесторы пришли с этим вопросом. Мы предоставили на безвозмездной основе поля, площади для тренировки, для игры, для спортивной какой-то восстановительной базы. Настрой очень хороший. Мы очень надеемся, что по итогам этого сезона, ну, пусть еще какие-то чемпионских мест не дождемся, но, тем не менее, задача стоит закрепиться где-то в середине турнирной таблицы и уже набраться опыта для того, чтобы в следующих сезонах рвануть. Мотобольная команда «Металлург» не устает радовать своих поклонников победами. Будем надеяться, что у любителей спорта в Ленинском городском округе появился еще один повод для гордости. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.